Приветствую вас. Ну, наверное, здесь речь имеет смысл вести о, в первую очередь, целеполагании, да, в первую очередь, о мотивации, потому что если у вас не будет мотивации, если вы не будете понимать, зачем вам что-то делать, что-то менять, то вряд ли у вас будут силы для того, чтобы, ну, прилагать определенные усилия, скажем так, для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, ибо это не самая легкая задача, надо сказать, прямо. Вот. Поэтому если с чего-то и начинать, то начинать исключительно с целеполагания, исключительно с формирования мотивационной основы, и уже тогда, потом, уже вы будете ориентироваться именно под это. Именно под свои цели, под свои ориентиры. Я мог бы выделить несколько моментов. Во-первых, сравнивание себя с другими людьми. Раз. Непринятие себя. Два. Оценочное мышление, ну, наличие оценочных категорий в ваших суждениях 3. Да, то есть вы говорите, что при умных людях я чувствую себя тупой, вот, ничего не добилась, то есть тут опять же вот, очень много социального какого-то элемента, да, и очень мало элемента личного. Вот, вот что мне важно. Дальше. Избавляться от комплексов вам не нужно. А тут сейчас на данный момент комплексы выполняют очень важную функцию. Они демонстрируют вам, в каких местах вы отклоняетесь от себя. В каких местах вы отклоняетесь от своего курса. В каких местах вы, условно говоря, предаете себя, именно предаете себя, да, в каких местах вы хотите, склонны и готовы идти против себя. Вот на это указывают комплексы, и, соответственно, обратить ваше внимание вам необходимо именно на данные элементы. Для чего? Да, для того, чтобы разобраться в себе и снять противоречия. То есть комплексы не нужно воспринимать как что-то такое негативное. Комплекс – это всего лишь результат, это результат зафиксированных вами неких установок, взглядов и так далее. Связанных с этим чувств, привычек и прочего. И эта связь, я бросаю в комплекс, ну, от лексического значения комплекс. Просто эту связь нужно разбить. Но это индивидуальная работа. Это то, что можно сделать в процессе индивидуальной работы. В процессе индивидуальной работы
вами, конечно же. И если вы согласитесь, например, на эту индивидуальную работу, то ситуация будет складываться как нельзя лучше для вас. Вот. Но если вы не готовы работать, или если вы хотите какого-то быстрого результата, то здесь, к сожалению, ситуация крайне неприятная для вас, потому что боюсь, что быстрого результата вам не достичь, быстрого результата не добиться, потому что вы за свои годы выработали некоторую, скажем так, привычку, да, у вас сформировались определенные модели поведения, и так просто вы от них можете не отказаться, вот. Но это в любом случае не какая-то угроза вам, да, в любом случае. Это скорее просто констатация таких вот фактов, да, констатация фактов того, что с вами происходит. Дальше. Ничего в жизни не добилось, тупость моя зашкаливает. Ну, откуда вы знаете вот насчет своей тупости, это такой довольно важный момент, откуда вы знаете насчет своей тупости, да, чего вы решили, что вы тупая, кто вообще определяет это, вот. И, ну, я имею в виду, кто вообще определяет, да, что человек там тупой и прочее, прочее, прочее. То здесь есть ощущение, что вы себя, условно говоря, обесцениваете. Есть такое вот чувство, что вы себя обесцениваете. Вот. Ну, с этим можно и нужно работать, опять же. Вот. И со временем вы сможете научиться полагаться на себя. Вот. То есть, грубо говоря, запрос, ваш вопрос, да, он хороший, да, запрос, он прекрасный, вот. Но нужно, чтобы вы, скажем так, позволили вам помочь, потому что сейчас это просто вот запрос на психотерапию. Это хорошо, что есть запрос на психотерапию. Вот, это очень здорово. Но это только первый шаг. Вот. Смотрите. А вы достаточно, ну, критично достаточно к себе относитесь, да? Вот. И я думаю, вот вам бы вот вашу критичность, да, направить бы
позитивное русло, конструктивное русло для себя. Что я имею в виду? Вот если вы к себе относитесь критично, то попробуйте такой же критики подвергнуть то, что вы, например, ну, думаете о себе, допустим. Вот. Попробуйте подвергнуть критике вашу, ну, позицию относительно того, вот, что вы о себе думаете, относительно того, как вы себя воспринимаете, например. То есть все вот это вот, в принципе, более чем реально делать, если у вас есть такое желание, если вы готовы. Готовы работать над собой. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.